Хоккейные команды из Республики Беларусь, Сахалинской области и муниципалитетов Приморья встретились, чтобы сразиться друг с другом сразу на двух площадках – ледовой арене и виртуальной. Губернатор Олег Кожемяка поприветствовал юных спортсменов, которые первыми открывали соревнования, а также встретился с командой из Беларуси. Глава региона отметил, что фиджитал-соревнования, которые проходят в рамках «Детей Приморья», станут первым шагом к предстоящим соревнованиям «Игры будущего», которые стартуют 21 февраля. В Казани. Фиджитал хоккей сегодня приняли 32 команды из муниципалитетов Приморского края, регионов России, стран участниц и, безусловно, добавил до зрелищ ярких впечатлений. Отрадно, что 19 команд Приморских мальчишек будут пробовать свои силы на льду. Безусловно, это добавит их мастерства, это позволит повысить свой уровень, посмотреть на своих соперников, После поединка на льду губернатор поприветствовал сборную Беларуси, вырвавшую победу в первом туре игры с командой Сахалина. Глава региона поздравил ребят и рассказал о планах на расширение географии детей Приморья.